сегодня у нас творческий и кураторский эксперимент. Мы осваиваем помещение, которое изначально, конечно, для выставок не предполагалось, ну и вообще не предполагается. Здесь будет ресторан концептуальный, но хозяин нам разрешил на один вечер его занять и сделать здесь выставку актуальных художников. Можно сказать, это такой мой ответ на появляющиеся в последнее время новые галереи, которые декларируют, что они работают современным искусством. Вот. Но я считаю, что актуальное искусство, по крайней мере, должно выглядеть совершенно по-другому и находиться в совершенно других местах. Может быть, вот в таких темных, мрачных, необустроенных. Но зато здесь интересно и строить экспозицию, и самим художникам поместить такие необычные декорации. Есть такая подтема, как бы что-то страшное, преодоление своих и чужих страхов и фобий. Но это называется неудачный перформанс. Соединил два явления, хамоватый перформанс, фэмон. С восприятием я подумал, как вот воспримут это какие-нибудь гастарбайтеры. И вот я подумал, что они могли бы спокойно закидать их камнями. Композиция называется «Жанын». А в переводе с татарского означает «душа моя». У меня был кот, которого звали Жан. Вот. И он погиб трагически. Кто-то видит йога, просто йога, кто-то видит не уши кота, допустим, а рога какие-то там. Ну, все по-разному, соответственно. Кого-то больше привлек звук из батареи. Вот сейчас мы находимся в комнате маньяка. Предполагается, что какой-то маньяк здесь сидит, клеит там фотографии своих жертв. Каждая девушка боится маньяка. В принципе, каждый может стать жертвой, и это реальная угроза. Цифры создают форму, а форма создает пространство. И это пространство уже может быть любым, то есть кошмарным, каким-то белым, чистым, то есть разным. В принципе, просто взял рулетку, понял, что это достаточно такой пластичный материал. Ну, из него можно делать очень разнообразные, интересные формы. То есть это могут быть не только кубики какие-то, это могут быть стол, там, диван, стул. Сюда придут узбекские рабочие и продолжат свою работу.